Привет, ребята. Хочу рассказать про возможности, что даже может полезного делать человеку, у которого ресурсы очень маленькие. Например, если есть Wi-Fi роутер, через который раздается интернет по проводу и беспроводную связь. Ну, по-моему, он сейчас везде стоит. У всех, то гостевую сеть обязательно надо создать и раздавать. Есть, конечно, опасность в том, что кто-то подключится и передаст какую-то информацию преступную, а придут потом к вам, никого они больше искать не будут. Но это только вот здесь, вот в дебильной фашистской стране такое возможно. Поэтому, конечно, этот момент учитывайте. А так-то в каждом роутере можно и как бы и нужно открывать, потому что если, например, денег нету, то к вам могут подключиться, либо вы можете к кому-то подключиться. Без конца люди не передают, на самом деле. Процентов 90 людей определенную часть в сутках передают, а провайдеры берут же с вас плату за круглые сутки. Поэтому гостевая сеть — это полезная вещь. Единственное, меня бесило, невозможно было скорость установить. Какие-то TP-Link были, и Asus нельзя было поставить скорость, потому что если канал-то ограниченный, и действительно тогда начинают люди друг у друга отнимать скорость, ну, пропорционально делятся, как я понимаю, если за 100 мегабит залезают каждому по 10 мегабит, если меньше, например, 10, то еще меньше скорость становится, поэтому гостевую скорость нужно регулировать. Ну, что сейчас и можно сделать. Все-таки доработали в Asus прошивку. Что еще хотел я показать? Что за сети вокруг есть? Никаких гостевых вообще нет. Была одна сеть, ее закрыли уже полгода назад. Этот вот Nexus, это моя, просто так для интереса я ее открыл. Я пытался ее в диапазоне 5 ГГц открыть, но она врубилась в 2 ГГц. Так и не понимаю, в чем причина. Open System — это вот открыто, без пароля, без замочка. Все остальные закрыты. Все 2 ГГц, хотя сейчас можно за 1000 рублей, по-моему, купить двухдиапазонный роутер уже, но это показывает отсталость полнейшую в техническом плане. Хоть люди и купят там телефон за 50 тысяч, все равно сетей открытых не будет. Ну и видно BGN, AC нет диапазона. Ну, Вен еще есть 5 герцов диапазон. Ну, тут вообще ничего не открыто. Я пока сам не открывал в диапазоне 5 ГГц, чтобы. Ну, вообще, роутер, естественно, двухдиапазонный. Естественно. Это номер канала. 13-й, по-моему, вообще не должен работать. Но тут на 13-х стоят. По-моему, у нас только до 12-го. Так, а на самом деле я хотел что показать. Вот гостевую сеть. Для чего ролик? Вот у меня открыта сеть. Это вот мое величие. Уже несколько лет открыта сеть. Там роутер уже поменялся. Но там тоже было открыто. Это в 5 ГГц. Четыре я не открыл сейчас, ну, как бы провоцирую людей переходить в диапазон 5 ГГц. Хотя можно, конечно, и 2,4 открыть.
И скорость здесь, вот она, наконец-то ставится. Bandwidth setting 1 мегабит. Ну, потому что у меня сотовая связь сейчас, я не могу больше поставить. Так что вот, даже любой бедный человек мог бы доступ открывать к интернет, купить интернет за 300-400 рублей, еще другим бы открывать. Но куча богачей, даже которые в интернет сидят, ну, типа вот Хуторского получает 90 тысяч, у них все закрыто будет в роутерах, при этом они будут говорить, что они вперед там общество хотят двигать, но делами это все не будет подтверждаться никогда. Поэтому страна никогда вперед и не пойдет, даже без Путина. Так. Ну, то есть это как бы я хвалюсь, что вот такое у меня величие, открывая сеть. Ну, я считаю, достижение у кого? Ну, нету открыть. Ну, бывает, можно походить тут вокруг к соседнему дому. Там я видел тоже пару сетей, но в одном доме живет 500 человек. И на 500 человек один какой-то жалкая точка какая-то. И то она может не работать. Вот, так что смотрите, в роутере, ну, это Asus. Можете такой же Asus, любую модель взять. Гостевая сеть. Тут открывать. Скорость потока обязательно выставите. Здесь, видите, она у меня постоянно включена. Название вот такое вот. Libertarian Party. Ну, как рекламка, пускай люди заходят. На этом все. Здесь вот моргает эта прошивку, они доработали. Надо обновить. Работают люди. Но это альтернативная прошивка. Не асусовская. Асусовская херовая. Это вот какой-то мужик там, Мерлин, делает прошивки. Есть еще, конечно, альтернативные, но те посложнее ставить. Пока что мне лень их ставить. Стоит просто типа стандартный доработанный Мерлина. Ну все, пока. Причем сделаю другие ролики про телефон, про планшет, про прошивки. У меня тут гора идей. А про жизнь в стране, в общем, говорить нечего. У меня почему-то ощущение, что ничего невозможно сделать. Всем пока.